Доброго времени суток, рассматриваем очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть такой вот коротенький вопрос. А с чего начать или просто с чего начать? Собственно, вопрос короткий, быстрый, удобно его использовать. И хотелось бы вот, собственно, его добавить в копилочку, в реестр вопросиков, для того, чтобы можно было очень кратко, очень быстро, очень просто пригласить клиента, клиентку поисследовать первые шаги, которые могут быть сделаны. То есть с чего начать, что сделать первым. Здесь очень важный момент, что с чего начать не обязательно про действие, а здесь может быть даже про исследование. То есть с чего начать, как подойти к этому вопросу. То есть если совсем идет затык и нету мыслей, как продвинуться, как какие-либо действия совершить, первое, то можно как минимум попробовать эту тему поисследовать. Да, вот можно с чего начать. С чего начать, он более мягкий вопрос в части того, что нету вот этого требования к действиям, ну то есть подводки к действиям. С чего начать здесь? Я подумаю об этом, я поговорю об этом, я поисследую это. И здесь получается он такой более мягкий, короткий, более мягкий в части того, что вроде бы задается динамика, задается тенденция, тренд, но при этом нету такого вот прям, что нужно прям в явном виде что-то делать, такого как это призыва, да, то есть нету такого приглашения. И здесь возникает вот эта вот возможность обойти те установки, возможно, которые стоят, то есть что-то делать, это же сложно, это же надо выходить из зоны комфорта, я подумаю об этом завтра, да. И вот, ну, собственно, можно через этот вопрос более аккуратно, более экологично, так сказать, тактично подойти с клиентом вместе, то есть чтобы клиент самостоятельно подошел, а коуч следовал за клиентом к возможным каким-то последующим действиям, ну или как минимум хотя бы к осознанию, если, собственно, цель там запроса и задача в коучинговой работе просто поисследовать себя, то есть найти какие-то ответы внутренние, то также можно его использовать. Вопрос универсальный, коллеги, я еще раз его повторю. С чего начать? Всем добра, пока-пока.